Водитель с 50-летним дорожным стажем повредил три машины в центре Хабаровска. Инцидент произошел на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Дзержинского прямо накануне вечернего часа пик. 69-летний шофер за рулем Toyota Mark II двигался по бульвару со стороны Амура и протаранил Mitsubishi Pajero, ехавший ему наперерез по главной дороге. Пенсионер прекрасно знал, что ему нужно уступить путь внедорожнику, но уверял, что к столкновению привело нарушение правил оппонентом. Водитель Марка рассчитывал, что сидевший за рулем Паджеро остановится у светофора, установленного поперек бульвара, и двинул свою машину вперед. Он на большой скорости, несмотря на то, что горел на пешеходном переходе красный свет, выскочил, вон он аж куда улетел. И я не успел затормозить, и, естественно, его, значит, мы совершили ДТП. Удар пришелся внедорожнику почти в заднее колесо. Он закрутился волочком и, будучи сбитым с курса, налетел на Subaru Impreza, припаркованную у бордюра. По иронии судьбы, хозяин этой машины – автоюрист. Он как раз закончил рабочий день и собирался ехать домой. Еще издалека, увидев подозрительную активность возле места своей парковки, горожанин поспешил к автомобилю и обнаружил, что теперь ему придется профессионально защищать свои интересы. В быстро сгущающихся сумерках автовладелец поговорил со всеми участниками столкновения и решил, что претензии будет выдвигать к пенсионеру, а не к хозяину Паджеро. Здесь постоянно аварии происходят на этом перекрестке. Ну, на мой взгляд, вот на морковнике не прав. Потому что он двигался не по главной. 28-летний водитель Паджеро тоже считал, что в ДТП виноват сидевший за рулем Марка мужчина. Светофор, установленный на бульваре, никакого отношения к этому перекрестку не имеет. Он сделан для того, чтобы пешеходы могли пересечь проезжую часть. К тому же автолюбитель настаивал, что ему горел зеленый свет. Свою скорость движения владелец внедорожника оценивал в 40 км в час. Лихачить ему было совершенно незачем. Он вез в танцевальный кружок 7-летнего сына. Учитывая, что основные участники событий отказались признавать свою вину, дело будет разбираться дознавателями. С места происшествия Денис Коршунов, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.